Сжигаю калории понемножку, которые наел, належал. О, Ферренхаус. Такой домик. Ферен, значит, каникульный домик, где люди на каникулы приезжают или в отпуск. Тут в Асконе, мне кажется, каждая вторая квартира сдается. Тут люди не живут, а только сдают эти квартиры. Все сюда едут в отпуск. Хочу сюда ехать. Ну, воздух. Ну, озеро чистое. Вот так. Алло. И что тебе в сообщении написали? Все, карантин снимают. Ой, ну хорошо, давай. Все, уже перезвонила. Ну, я у тебя, да. А не могу. У меня телефон в рюкзаке, а рюкзак на спине, а в руке камера. А, слышишь, телефон в рюкзаке, рюкзак в яйце, яйцо в утке. Утка в медведе. Медведь в лесу. Лес далеко. Алло. А, это ты так сообщение строчишь, как будто по барабану бьешь пальцами. Поют. Какие певчие птички. А-а-а. Так если она налоги не платила, какая ей пенсия? Так и дальше это будет называться не пенсия, а пособие. Значит, она будет получать пособие. А сколько она получает пособие? Ну сколько? Сколько? Так она работает сейчас? Ага. А кто, государство? А, это ее мама была, что ли? Ну да, и Людмила смотрит заодно за домом, да? Ну, ясно. Хорошо, дочка, в Америке. Хорошо, в Америке живет, дочка, говорю.
Да. Хорошо. Ну да. Такая